Начинается. И я в качестве лота хотел бы выставить вот этот наш календарь, этот наш совместный труд. Я подпишу прямо сейчас этот календарь. Вдруг кто-то захочет приобрести когда-то этот лот и тем самым поможет детям, за жизнь которых мы боремся здесь. Итак, этот календарь на 2018 год от редакции программы «Стосується кожного», от меня личного, отправляется на аукцион «Чудо начинается» на телеканале «Интер». Счастья в новом году, Андрей Данилевич. Это касается каждого. Наташа, для вас у меня еще один персональный подарок. Слушайте сейчас внимательно, тишина в студии. Вы понимаете, что это было? Ой, мне мурашки. Говорите, прям, что это? Вообще. Это музыка на мой вирш уже. Ну, это уже песня. Это то, я о чем вы мечтали только что. Так я не пойму, кто это поет пока. Я хочу напомнить еще один фрагмент программы с вашим участием. Внимание на экран. Вот я вижу Дима от Теодорович в студии. Может, он споет песню на мои стихи. Я про Костю и про себя написала стихи. Если вы позволите, я почитаю. Ну, давайте какой-то отрывок тогда прочитайте. Я так тебя люблю. Не скажешь никогда, не спросишь ни о чем. О том, что знаем лишь вдвоем. Невидимую нить нельзя разъединить. И мы пока живем, идем. Идем по краю, куда не знаю. Идем сквозь стену из дождя. Мы в мире этом, дождя и света. Идем откуда и куда. Мы сможем, мы пройдем наш каждый шаг вдвоем. Навстречу людям и годам. Идем плечу к плечу. А все, чего хочу, чтоб ты идти мог дальше сам. Спасибо за ваш стих. Это браво. Группа «Авиатор» написала музыку и записала песню на ваши стихи, Наташа. И сегодня в нашем эфире, в нашем новогоднем эфире, премьера нашего совместного хита. Ой, большое спасибо. Вы что, вот это подарок. Пока живем, с тобой идем. Идем по краю, куда не знаю. Идем сквозь стену из дождя. Мы в мире этом, дождя и света. Чего хочу, чтобы ты идти мог сам. Идем по краю, куда не знаю. Идем сквозь стену из дождя. Мы в мире этом, дождя и света.
тобой всегда будет моя любовь. Она подарит тебе силы прощать этот мир, любить этот мир и делать его добрее. В мире это дождя и света. Годом побед, с годом надежд. Это касается каждого. С наступающим!